Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика с ником Тигрицкий. И мы будем ролить ему недостающих героев, таких как Ворожея и Фина. Их ему не хватает. Аккаунт донатный. 137 тысяч из доната. Сейчас посмотрим алтарь. Так, гильдия. Гильдия его Undead. Босс 3, 21.00, обязательно проходить БГ, пропуск, кик, атака фортов, 20.00, желаем удачи, спасибо. Где-то в районе 100-150 тысяч сил, можете кидать заявочки, вступать. Гильдия, очень много свободных мест. Так, окей, отлично, побежали, посмотрим, что у него делается в алтаре, что есть, чего нет. Так, Анубис, отлично, Стрелок, отлично. Давайте даже так будем смотреть. Тыковка докачать надо. Ну, хотя, в принципе, может будет какой-то другой талантик. Так, качать надо, отлично. Смертельный, не знаю, зачем качал. Бастион надо на максимум. Так, хранитель, отлично. Дерево не то. Бигфут надо качать. Череп качать. Повелитель бури тоже неплохо. Так, тут надо качать. Ну, в общем, здесь с талантиками более-менее неплохо все. Так, Купидон отлично, Дрейк, Душек, Ронин вообще четенько. Смерть, Ник, Медуза отлично. Да, тут талантов надо качать и качать. Ну, в общем, такой вот у нас аккаунт. Сейчас посмотрим, что у него по подземкам пройдено. Да, таланты тут страдают однозначно. Так, 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 так. Подземки. Так. 773 огня. Шестые даже не фармил. Хотя с Минотавром, выговорю с Минотавром. С Анубисом уже должен был бы пройти. В принципе, герои неплохие. Отлично, поехали сюда, посмотрим, что у нас тут по местам. На Некроса скин есть. Героя, даже два стрелка есть, ничего себе. Ладненько, поехали, будем начинать. Самое интересное этого видоса, это ролл по 450. Сноузила Триант, неплохо. Сразу две легендарочки. Смерть. Так. Бульдозер. Так, рыцарь. Еще один рыцарь. Медуза. Три слизня. Рыцарь еще один. В общем, сегодня, ребята, у нас день выбивания рыцарей. Бигфут, хрена себе, с какого это вдруг чудо. Отлично. Бигфут у него есть? Наверное, нет. Я надеюсь, что нет. Отлично. А смотрите, еще два Анубиса. Гаргул. Жестко, жестко. Но Бигфут недостающий и очень... А, блин, есть у него Бигфут. Ты... Ну, на повторку. Жизнь, боль, печаль, беда. Поехали дальше. Давай. Не хватает нам мест уже. Это плохо. Медуза еще одна. Купидон. Повелитель бури, блядь. Жестко падает. Химера. Фея. Да, герои, конечно. Хранитель. Дед Мороз.
Так. Ну давай что-то. Та-т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 а
делать. Ну ладно, будем делать хоть конем, что делать. Вот конем. Так, что там у нас сегодня интересное есть? Такой вот набор. Окей, поехали. Так, делаем вот так вот, включаем читы, не знаю, как назвать это, читы. Щит мы включили, отлично. Ну что, поздравляем его с включенными читами. Так, забираем плюшки, которые нам дали тут. Заклинательница, две коробочки, коробка. Сейчас мы это все откроем. Забираем Минотавра, додунили ему до Минотавра. Четенько, все четенько, отлично. Есть еще один недостающий герой. Теперь у него есть Минотавр, и теперь ему будет кого качать. Чего у него там по ресурсам? По ресурсам слабенько все. Давайте сразу рольнем коробочку. Недостаточно места на складе. Окей. Давайте добавим немножко места. Так. Открываем. Раз, два. 12 штук огнекрыла. С четвертых рун. И... опа! Вот такой вот подгончик. Четенький подгончик. С психощита. Четвертый. Отлично. А тут что у нас? 10 камней. Супер. Так... что там у нас еще пришло? Еще пришли награды. Ну, можно будет даже восьмерочку ему сейчас кому-то прокачать. Поехали, ребят, доролим. Так, доролим. Нанять 450. Ну, фараон, рыцарь. Ну, тут, конечно, Седна. Ронин, охуеть. Вот это падает. Седна я, по-моему, у него не видел. Тут. Стрелок еще один. Вот это счастливый пак был. Ну, ворожая, к сожалению. Еще, блядь, рыцарь. Ну, в общем, сегодня день рыцарей был, ребят. Так, что у нас тут есть интересного? Бинго. Алхимик. Вот такое себе. Это он уже сам заберет. Так. Поехали открывать. Сейчас смотрим, или есть там Седна. Фрея.
Что-то я в последнее время забываю героя, уже кучу алтарей пересмотрел. Так. А, у него уже есть Минотавр. Я что-то не понял. Или это он у нас сюда открылся? Ни хрена не понял. Вроде 150. А, он сразу в алтарь открывается. Хрена себе. Ну окей, седна нету. Тык, седну открыли. Так. Смотрим. Смотрим на эту жизнь боль. Малышник. Вот она седна. Вот он Минотавр. Отлично. Ну что, поехали. Рыльнем две коробочки. И будем двигаться дальше. Так. Ну давай. Давай что-то интересное. Бум-бум-бурум-бурум. Сучка. Корка. Корка, корка, корка. Так, хранитель его. Где его хранитель? Череп без скина. Ну, поставим хранителю. Тоже интересный вариант. Пусть будет. Поменять. Выбрать. Менять. Оп. Сука. Ну, такой вот. Такое вот говнище нам упало. Он уже сам определится, кому его поставить. Руны, по крайней мере, на прокачку у него есть. Герою моему, я считаю, неплохо. Ронина, Стрелка, Бигфута, этого, Седну. Забрали Миноса. Теперь пусть рушует и прокачивает его. Вот такой вот был, ребята, у нас роллинг. Шмолинг, не знаю, как сказать. Нападало героев неплохих, хороших, много. Но, к сожалению, выражая мы не выбили. Но зато мы сделали другие прокачки. Выбили несколько недостающих и, в принципе, забрали одного из героев, который вообще должен быть на аккаунте для прохождения подземок и фарма золота и маны. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно участвуйте в конкурсе на Некро и все остальное. Все, всем пока.